Поступают подробности из Дагестана, где этим утром у поста ДПС прогремел мощный взрыв. Есть погибшие среди полицейских. Также, по разным данным, пострадали от 4 до 9 человек. Следователи считают, что бомбу привел в действие смертник. Частично разрушено здание, несколько машин сгорели. С места событий Гусейн Гусейнов. Сейчас место происшествия полностью оцеплено несколькими кордонами. Здесь работает группа саперов. Они проверяют припаркованные автомобили и территорию вокруг на возможность второго взрыва. Все произошло сегодня утром на Джимикенском посту. Это Дербентский район Дагестана. Это один из контрольно-заградительных постов, выставленных на федеральной трассе М-26. Примерно в 9 часов сотрудник полиции для проверки документов остановил автомобиль Приора. В этот момент в машине сдетонировала взрывчатка. По предварительной версии, бомбу привел в действие террорист. Смертник. На эту минуту известно о минимум 2 погибших полицейских. Число пострадавших уточняется. Часть здания поста разрушена. Сразу после взрыва начался пожар. 4 автомобиля, которые в этот момент находились на посту, полностью выгорели. Движение по трассе полностью перекрыто. Сейчас ведется организация объездного движения, пока же на дороге образовалась пробка. Гусейн Гусейнов, Альберт Магомедов, Руслан Ахмедов, Первый канал.